поют. О, никого покуль нема, зато есть я. О, кольки я цацак и гульню подрыхтовал. С бусликом мы будем с кубиков замок будовать. Не, хотя не, с бусликом замок не побудуешь. Тады пазлы с Нестором на худкой складем. Не, Нестор уж ровно переможем. Так уж что мы гулять будем? О, ручечка. Полетела. И крылы не спотребились. О, а я зараз бушнику и Нестору такую загадку загадаю. Крыла у меня мая, а летая. Ха, я не поспробую, че я отгадать. Привитание, сябры. Вы бачайте, коли ласка, за спознение. Я просто заблытался. Як ты заблытался? Где? У нитках. Да так моцно, что ледь разблытался. Не разумею, як можно в нитках заблытаться. Я, Тёма, придумал фокус блытанина. Хотел тебе и деткам его показать. Почал тренироваться и заблытался. Бушлик, так это ж проще простого. Вось и я так думал спочатку. Я у таких фокусах майстер. Хвилиночку. Ой, гляди, та-дам, начинаю разблытываться. Ой, 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 а чому не отрымливается? Не ведаю. Ой, бушлик, а як ты разблытался, а? Само собой не отрымалося. Привитание, сябры! О, Тёма, что за выгляд? Буслик, это ты нашего янотика у нитковый полон взял? Да не, ён сам хотел научить меня у блытанину гулять и заблытался. Вызволите меня худшей. С задовольнением, дороженьки. Зараз, вось так, пробочка ли ласка? Вось так, Буслик, допомогай худшей. Вось так! Ура! Свобода! Дякую! Каліласка! Тёма, только ты у такие гуни больше не гуляй. Это может дрэнна скончиться. Домовились? Добро, добро. Ой, нарэшце я смогу вам свою загадку загадать. Только вы отгадку не просто называйте, а показывайте. Такая гульня у нас будет. Поспробуем. Так, слухайте уважливо. Так. Что? Крылов не мая, а летая. Что? Что-что? Загадку отгадаете, доведаетесь. Ну, добро. Это могут быть... Мыльные бурбулки. И правда, яны крылов не мают, а летают. Молодчина, Нестор! А вовсе неправильно. Як неправильно? Я не бурбалки имел на увазе. Не бурбалки, а что это? Сдается, я ведаю. Это... Зразумел. А куда это Нестор побег? Зараз убачишь, куды. Вось мой отказ. Поветренные шарики крыла унимают, а летают. Вот так. И знов неправильно. Як гэта неправильно? Вось так, а я іншае загадаў. Шукайте адказ далей. Так, паспрабуем. Нестор, што ты пішаш? Шукаю дапамогі ў нашай феечкі. Думаеш, яна ведае? Зараз убачым. Ёсць! Так, адказ гатовы! Гэта снег! Здорава! Здорава! Снег крылаў не мае, а лятае! А вось и нет. Ну, який снег летом. Отказ не залечивается. Ух, Тёма, и тяжкую нам загадку загадал. Ого. Ну что, сдаетесь? Сдаемся. Нестор, поклади вот эту ручку на книжки. Добро. Так, сочите уважливо. Опа! Бачили? Ручка умеет летать без крылов. Ну, як вам моя загадка? По правде, казать не вельми.
Чому? Тому що ручка не літає, а падає. А ось мильні бурбалки, повітряні шарики і сніг справді літають. Так, Нестор? Менавіто так, Бусличок. Наші відкази більш підходять до питання «крила у немає, а літає». Так, і увогалі, Тьома, твоє практикування з ручкою і так само з нітками – це вельми небезпечна гульня. Чому? Ну, тому що, а раптом ручка у кого-небудь потрапить, шкоди наробить. О, ну і саправди, а я про гэта і не подумав. Любая гульня повинна быць бяспечнай. Але і вясёлай так сама. Так, але перш за ўсё бяспека. А я люблю карысныя гульні, якія дапамагаюць дзеткам трэніраваць, напрыклад, памяць. Так, таму і любіш загадкі загадваць? Ага. І зараз можна я вам свою загадочку згадаю? Убачим, ці отгадаєте ви яє. Загадувай. Іде, іде, а з місця не сиде. Я ведаю. Гэта гадзіннік. І глядзіце, ён зараз нам нагадвае, што час глядзець мультфільм. І дзеткі яго ўжо чакаюць. Глядзім абавязкова сябры. Глядзім. Эх, мультфільм скончыўся і час рыхтавацца да сну. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да сустрэчы, сябры. І цікавых прыгод у снах, маленькі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі сіні тень. Сонный тень отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ясли, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша я закрывай, баю-бай, баю-бай, бачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки, спять и мы стрижи, спять машины в гаражи, ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.